хотят за большие как бы деньги. Здесь как бы, скажем, диаметрально, ну, работа артиста в геймдеве, можно сказать, диаметрально противоположная. Получается так, что какое бы образование у тебя не было, сколько бы лет ты не учился и все остальное, это практически никакой роли в приеме на работу и в заинтересованности вами различных студий, как бы роли никакой не